Помнят древние предания, вспоминается история, живы до сих пор в памяти песни да сказки, такие старинные, что и не знает никто, сколько им веков. У Белого моря есть Терский берег. Это край лесной, морской, озерный, а народ здесь сильный, да работящий. Давным-давно жил такой писатель, фольклорист Дмитрий Михайлович Балашов. Он очень любил Кольский край и часто приезжал на Терский берег. Много песен, былин и сказок записано там. Все сказки он собрал в одну книгу, которая называется «Птичка, железный нос, деревянный хвост». С одной сказкой я вас познакомлю. Называется она «Золотая тетерка». Жил-был старик со старухой. Они нужны, бедны были. Знаешь, а у царя-то сегодня именины, так сваритесь. Старуха насобирала мучки картофельной и сварила на тарелку киселя. На, отнеси царю на обед. Приходит старик к царю с тарелкой, с киселем. А царь удивился, что будто у царя есть нечего. Много у меня разных угощений, а такого не видывал. Царица, чего ему даю? Дай ему золотую тетерку. Вам интересно было узнать, что случилось дальше? Что старик принес домой? И о чем рассказал своей старухе? Почему она так разозлилась на старика? Что же такое золотая тетерка? Вы узнаете, прочитав эту сказку. Сказка учит нас радоваться тому, что имеешь, с благодарностью принимать то, что дает жизнь, что может сделать тебя счастливей. А жадным, эгоистичным быть очень плохо. Из этой книги вы можете познакомиться и с другими поморскими сказками. Почитайте вместе с мамой и папой эти сказки.